Привет всем! Вы на канале вязания, и я Светлана. Хочу поделиться с таким вот таким узором. Узор ажурный, сетчатый. Хорошо подходит на шарфы и кофточки, платья. Оригинально смотрится. Это я вам показываю образец. А вот можете сейчас еще посмотреть, на как смотрится данный узор на шарфике. Шарф связан с мохера. Вязать надо очень так свободно. Вот я вам показываю со всех сторон. Вообще очень красиво смотрится. Нежно. Шикарно. Это лицевая сторона. А вот это изнаночная. Так, приступаем к вязанию. Для образца мы набираем кратное 2 петель. Но в данном случае я наберу 18 петель. Так, набираем удобным способом. Вот я набрала 18 петель. Сейчас вяжем установочный ряд или как дополнительный. Так, первую петлю я снимаю. Провязываем этот ряд изнаночные петли. Так, последнюю кромочную провязываем тоже изнаночной. Кромочную на изнаночной стороне будем провязывать изнаночной, а на лицевой – лицевой. Вяжем первый ряд основного узора. Первый снимаем, делаем накид от себя вот таким образом. Теперь провязываем за заднюю стенку 2 петли вместе. Лицевой вот таким образом, опять накид, теперь 2 петли вместе, провязываем за заднюю стенку одной лицевой, накид, и так до конца вяжем свободно. Так, последняя у нас кромочная, это лицевая сторона. Мы ее провязываем тоже лицевой петлей. Так, провязали первый ряд основного узора. Переходим к вязанию второго ряда. Второй ряд основного узора. Первую кромочную снимаем. Теперь делаем накид. Но обратите внимание, не от себя, как мы делали в лицевой стороне, а на себя. И провязываем вот 2 петли, и вот одна петля наша, и следующий накид мы делали, мы их провязываем 2 вместе одной изнаночной, опять накид на себя, и петля и накид наш, который мы делали, провязываем изнаночной, накид на себя, 2 петли провязываем изнаночно, и так до конца ряда. Так, последняя кромочная на изнаночной стороне.
мы вяжем изнаночную петлю. Провязали мы второй ряд основного узора. И теперь повторяется узор с первого по второй ряд. То есть третий ряд мы сейчас вяжем точно так, как первый. То есть все нечетные ряды вяжутся как первый. Первый снимаете, еще раз показываю, накид. От себя две петли провязываем лицевой за заднюю стенку, накид. Две петли провязываем лицевой одной петлей за заднюю стенку, накид. И так продолжаем. Лицевая сторона, значит, кромочную мы вяжем лицевой петлей. Так, это третий ряд мы провязали, вяжется как и первый. Четвертый ряд вяжем, и все четные ряды провязываются как второй ряд. Первый снимаете, теперь накид, но на себя вот таким образом. Так, теперь две вот петелька и накид наш, который был, мы провязываем изнаночной петлей. Накид на себя. Две петли. Вот изнаночная. Накид на себя. Так, и последняя — это изнаночная сторона, кромочную вяжем изнаночной петлей. Вот мы провязали четвертый ряд, то есть вот что у нас выходит. Видите, очень замечательно смотрится на изделиях вязаных и нежно. Так, то есть узор очень легкий, с первого по второй ряд повторяется. Набираете на узор любое четное количество петель, то есть кратное двум, так, и вяжете набор петель, делаете кратное двум. Так, все, я вот еще раз вам покажу, как смотрится данный узор. Можете посмотреть на него. Как он замечательный. Так. Даже можно свитер с него связать. Там кофточку. Плотная резинка. А такой нежный. Будет очень красиво. С мохера. Там с тонкой пряжи. Но с мохера он вообще очень красиво смотрится. На шарф надо широкий вязать, как я вам показываю, потому что он, когда собирается, он хорошо греет, и ну, можно и на плечи его накинуть, и защита от холода хорошая. Так, я думаю, достаточно я подробно объяснила вам. Так, спасибо за внимание. Благодарю, что заходите на мой канал. До новых встреч. До свидания.